Социальный контракт позволяет обучиться новой профессии за счет государства. Это новая форма поддержки. По данному направлению, при заключении контракта государство оплачивает обучение в размере 30 тысяч рублей, а также предоставляет ежемесячную на время обучения стипендию 10 134 рубля. Именно такой помощью от государства решили воспользоваться 6 девушек из поселка Вурнары. Они сдавали экзамен по парикмахерскому искусству. В связи с ограничительными мерами занятия проходили дистанционно.